Сегодня в Красноярске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Считается, что по подбору имен и значимости в спорте его можно сравнить с мировым первенством. В Платинум-арене прошли уже первые соревнования, и с минуты на минуту должно начаться торжественное открытие. Там же находится и наш корреспондент Антон Попов. Антон, что сейчас происходит и как проходят соревнования? Тебе слово. Ох, Макс, какая это красота. Первый раз чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске. Я только что был на трибунах, сейчас пересменок, потому что закончились танцы на льду, ритм-танец так называемый. Зрители вышли вот здесь в пол погулять, и поэтому такой пересменок, пауза. Ну, что я увидел? Катаются, конечно, невероятно красиво. Не видел я такого уровня, не был никогда на соревнованиях по фигурному катанию. Всем рекомендую приходить. Где-то занято процентов 70 мест на трибунах, но, возможно, куплены и все билеты. Дело в том, что билеты продаются на целый день, и, конечно, зрители периодически выходят из зала и заходят обратно. Сейчас в 19:15, вот у меня здесь небольшая шпаргалка, начинается открытие соревнований. Ну, а самая жара, наверное, самые соревнования, которые больше всего ждут зрители, завтра в 4 часа дня начнется мужская программа, мужчины будут соревноваться, и женщины, конечно, в 19, точное время, 19:30, женщины, короткая программа. По именам, короткая подборка, если вы следите за фигурным катанием, вы наверняка знаете, кто приехал. Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова. Дальше Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева. Она, кстати, научилась прыгать четверной тулуп буквально перед соревнованиями за несколько дней, за несколько, может быть, недель. Но она, ее четверной прыжок не заявлен, здесь посмотрим, будет бороться за победу, конечно. Но надо понимать, что на чемпионате России решается вопрос о том, кто поедет дальше на чемпионат Европы. Он через месяц или через три месяца, чемпионат мира. Первые три места, как заявили на пресс-конференции, организаторы, первые три места, это, конечно, те, кто попадут в сборную России. Макс, тебе слово, и приходи, если у тебя есть билеты, обязательно завтра, послезавтра. Очень красиво и очень эффектно.